Здравствуйте! Давайте решим несколько примеров на умножение обыкновенных дробей. Умножим минус 7 на 3,49. Вы, возможно, скажете, но ведь минус 7 – это не дробь, а целое число. Напомню, что мы можем минус 7 записать как минус 7 первых и умножить на 3,49. Теперь перемножаем числители. Минус 7 умножить на 3. Теперь умножаем знаменатели. 1 умножить на 49. И это будет равно 7 умножить на 3 – это 21. А так как 1 из множителей со знаком минус, то в произведении будет отрицательное число. Значит, в числителе мы получим минус 21. Минус 7 умножить на 3 можно представить в виде суммы. Минус 7 плюс минус 7 плюс минус 7. А в знаменателе будет 49. Минус 21, 49 – это правильный ответ. Но мы можем еще сократить эту дробь. И 21, и 49 кратны 7. Это их наибольший общий делитель. Поэтому давайте разделим и числитель, и знаменатель на 7. В числителе мы получим минус 3, а в знаменателе 7. Таким образом, это равно минус 3 седьмым или же минус 3 седьмым. Следующий пример. 5 девятых. Умножить на 3 пятнадцатых. Перемножаем сначала числители. 5 умножить на 3. Ну а теперь перемножаем знаменатели. 9 умножить на 15. Мы можем найти значение выражений в числителе и знаменателе, но мы видим, что и в числителе, и в знаменателе есть общие множители. И числитель, и знаменатель кратны 5 и 3. А это значит, что оба они кратны 15. Разделим и числитель, и знаменатель на 15. Делим числитель на 15. Разделить на 15 – это то же самое, что разделить на 5 и на 3. И знаменатель тоже делим на 15. В числителе 5 умножить на 3 – это 15, а 15 разделить на 15 – это единица. А в знаменателе 9 умножить на 15 разделить на 15 равно 9. В результате мы получили дробь 1 девятая. Решим еще один пример. Чем равно минус 5 девятых умножить на минус 3 пятнадцатых? Мы уже знаем, чему равно 5 девятых умножить на 3 пятнадцатых. Значит, осталось только разобраться со знаком. Если мы умножим положительную дробь на положительную, то получим 1 девятую. А что, если умножается отрицательная дробь на отрицательную? Вспоминайте. Если мы отрицательное число умножаем на отрицательное, то в результате получаем положительное. Произведение отрицательное только в том случае, если перемножаются два числа с разными знаками. Если оба множителя положительные, то и произведение положительное. И если оба множителя отрицательные, произведение также положительное. Рассмотрим еще один пример. Предположим, нам нужно 3 вторых. Сейчас вы увидите, что точно так же можно перемножать неправильные дроби. Итак, 3 вторых умножить на минус 7 десятых. В числителе будет 3 умножить на минус 7, а в знаменателе будет 2 умножить на 10. Числитель положительное число умножается на отрицательное. А это значит, что произведение будет отрицательным. Со знаком разобрались. А чему равно 3 умножить на 7? Это равно 21. Следовательно, в числителе будет минус 21. А в знаменателе 2 умножить на 10 равно 20. Таким образом, наш ответ минус 21 двадцатая. И это несократимая дробь. На этом все. До скорых встреч!